Размерами этот универсальный магазин уступает многим торговым центрам. Но главное ведь не форма, а содержание. Судя по вывескам, услуг, которые можно получить здесь, а также количество магазинов довольно внушительное. Посмотрим, можно ли, посетив только один этот универмаг, встретить Новый год как подобает. У каждого из нас есть знакомые, коллеги по работе, соседи, которым преподносить дорогой подарок неуместно, но оказать знак внимания все же хочется. Тогда вам сюда, в магазин недорогих сувениров. Кстати, здесь можно подобрать неплохие украшения для елки и дома. Также неплохим подарком станут часы. Именно они, наравне с Дедом Морозом и Снегурочкой, являются одним из главных символов праздника Нового года. К тому же наручный хронометр – это классический подарок как для мужчин, так и для женщин. Идем дальше и заходим в отдел с одеждой. Подобного рода подарки относятся к личным, то есть их, как правило, дарят друг другу члены семьи. Актуален этот отдел в преддверии новогоднего праздника для тех, кто хочет эффектно выглядеть, например, на корпоративном празднике. Скидки прилагаются. Еще один классический подарок – сумка, кошелек или аксессуар для них. Сейчас большой популярностью пользуются брелоки. Их вид и цена имеют большой разброс, но такая вещица может подчеркнуть стиль обладательницы сумки. Вот, пожалуйста, повесили вот так. Смотрите. Пожалуйста. Сейчас мы самую письмоду. Следующий отдел – детские товары. Инструкция простая. Пишем письмо Деду Морозу, а потом с этим списком идем сюда. 100% купим нужный подарок. Для тех, кто привык мыслить масштабно и делать подарки побольше, стоит посетить отдел с мебелью. Впрочем, не только с целью поиска подарка. Многие из нас мечтают начать новую жизнь в новом году, но лучше всего ее начинать в новой обстановке. И для этого не обязательно ехать в дальние страны. Достаточно изменить что-то в родном доме и помнить, что чем больше сумма покупки, тем больше скидка и здесь. Если хочется все поменять, но ремонт затевать, особенно в преддверии праздников, настроения нет, можно сменить обстановку. Самый простой и довольно эффектный способ – подобрать новые шторы. Все хотят перед Новым годом что-то сделать новое, хорошее, чтобы всем это понравилось. Поэтому шторы, как бы окно – это весь вид квартиры. Благодаря тому, что новогодние праздники довольно продолжительные, многие предпочитают в эти дни путешествовать, причем, как выясняется, подальше от зимних вьюг. Особенно пользуется популярностью Азия. Это Таиланд, Вьетнам. У нас появились новые направления, такие как остров Фукуок. Можете съездить в Танзанию, Мальдивы, Доминикана, Куба. Пожалуйста, приходите, мы вас на все направления отправляем. Также неплохой подарок – абонемент в спортивный зал. Есть в торговом центре и такой. Например, Антонина Фетисова и в праздничные дни предпочитает не на диване сидеть, а на тренажере. Я вообще занимаюсь здесь тоже с большим удовольствием. Мне здесь нравится все. Вот, и есть результаты. Результаты, причем очень хорошие. Для тех, кто пока не задумывался о похудении, а совсем даже наоборот, дорога в продуктовый магазин. Многие работают и 31 числа, причем работают допоздна, так что даже не успевают приготовить праздничный стол. Не беда, здесь же можно приобрести как готовые блюда, так и полуфабрикаты, а также все остальное, что необходимо для праздника. Без шампанского, конфет и иных угощений радость, как правило, бывает неполной. Все это также можно прикупить в брендовом супермаркете, расположенном в этом магазине. Впрочем, магазин ли это? Медицинский центр. Также у нас располагаются две страховые компании «Росгострах» и «Реса». Магазин рыболовной продукции, ателье. Не хотелось бы называть магазин домом быта, но тем не менее наш магазин имеет спектр огромных услуг. И так доказано, для того, чтобы подготовиться к новогодним праздникам, вовсе не обязательно покидать видное и ехать в столичные супермаркеты, ведь и цены здесь значительно ниже.